Так, продолжим. Изготавливать нашу силиконовую форму. Разделительный слой нанес, силикон замешал. Сейчас будем наносить сам силикон. Замешал я гораздо больше, чем 100 грамм. Замешал я 200. Потому что буду работать сразу на несколькими формами. То есть над мишкой, над вот этим, над нашим айболитом. Ну, еще у нас есть такой вот пятачок. На этого нашего сову-медика, думаю, достаточно будет где-то грамм 50 всего, даже с запасом. Вот. Кисть у нас подрезанная, силикон размешанный. И начинаем наносить силикон с самых верхних точек. Наносим тоненький слой, чтобы минимальное количество пузырей у нас было. С верхних точек всегда у нас силикон стечет вниз. Поэтому начинаем сверху вниз. В общем, процедура одна и та же, что и первый раз, что и сейчас. Только сейчас рельеф у нас попроще. Нет супер отрицательных углов. Вот только здесь в ухе и здесь ухо. Два есть уголка, таких не очень. Значит, будем когда армировать, будем армировать, особое внимание будем уделять вот этому хвосту. Видно, нет? Да, я думаю, видно. Вот. Два уха имеют острые края. И вот этот, о, значит, конвертик шляпа. Как он называется? Другом. Потому что оттуда, скорее всего, силикон у нас сбежит. И, скорее всего, сбежит он 100%. И будут самые тонкие места, поэтому мы их будем армировать. Просто вот мне недавно задали в комментариях, можно ли работать дома. Ну, еще как-то силиконовую форму можно делать дома. Уголочек там какой-то выделите себе. Если будете работать с эпоксидной смолой. А отливать вообще нет. Извиняюсь за шум, да? Отливать у вас точно не получится. Потому что гипс это все-таки очень грязный сам по себе материал. Дую для того, чтобы пузыри полопать, которые вижу. Ну, в общем, вот так. Ждем высыхания силикона. И наносим еще два слоя, а потом армируем. Здесь процесс пойдет гораздо быстрее, так как у нас нет какого-то такого супер рельефа, поэтому мы наберем толщину слоя гораздо быстрее.